Киеве проведут третий всеукраинский форум переселенцев из Крыма и Донбасса. Общественная организация «Крымская диаспора» приглашает вынужденных переселенцев из аннексированного Крыма и переселенцев с востока Украины принять участие в работе форума, который состоится 15 и 16 февраля. Первый день форума посвятят вопросам трудоустройства, ведения бизнеса и поддержки предпринимательских инициатив, а также дополнительного образования для переселенцев. Во второй день будут решать проблемы с жильем и выделением земельных участков под строительство для переселенцев.